У нас сегодня дождливый день. Самое лучшее время для того, чтобы напасть на добычу. Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием «Что живет под водой?». Это охренительная игра, я очень надеюсь, что вам это понравится, потому что я точно ее не пройду с первого раза, но сама задумка просто охуенная. Суть в том, что... А ладно, ты сейчас все узнаешь, я не буду говорить. Мы спокойно... Мы спокойно живем на вот таком вот домике. Мы рыбак, но внезапно нам, рыбаку, захотелось... Взаимодействуйте с радаром, чтобы включить зум. Нам, рыбаку, внезапно захотелось пойти поплавать, поплавать на море. Ничего подозрительного мы, разумеется, нигде не найдем. Ничего подозрительного, разумеется, не будет здесь. Так, а как контролируете лодку при помощи контролирования этого? Ага, понял. Ля руля, право руля. Вот, нормально, просто плаваем с тобой. Хочешь, я тебе море покажу? Ты хотел на море? Вот на море мы с тобой и поплаваем. Смотри, какое хорошее море. Смотри, какая красота. Чайки плавают, горы летают, море, волны. Красота, солнышко. Ой, как прекрасно. А вот там вот на радаре, кстати говоря, справа какой-то странный объект. Пошли посмотрим, что там. А вдруг там что-то интересное? Вдруг там какие-нибудь деньги? Вдруг там клад, а? О, рыбешка, смотри. Блин, какая на самом деле клевая игра. Мне даже так она нравится. Чисто визуально. Вот, вот, там какая-то веселая штука ко мне приближается. Рыба прыгает в меня. Наверное, хочет, чтобы я ее съел. Все немножечко темнее. Ой, как странно. Включи гарпун. А зачем мне гарпун? Ебать! И вот на это я должен охотиться. И вот на это, с этим я должен воевать. И здесь, короче говоря, под водой огромное количество страшил, уебищ и страшных штук. Наша задача. Ну-ка, иди сюда! Наша задача их убивать. И оно летает даже. Это какая-то даже необычная штука. Это, то есть, необычный даже кит. Шип, чтобы войти в слоумо. Но я это уже сделал. Оп, начался бой. Здесь, короче говоря, несколько боссов. И эти боссы, разумеется, атакуют нас с тобой. И это прям охренительно. Особенно для меня, который боится моря. Ебать! Ну-ка на! Еба, он здоровый! Попал? Не попал. Фак. Нужно сначала привыкнуть к тому, чтобы в него вообще попадать. Иди сюда. Ой, какая хорошая игра. Дальше-то другие боссы. Это не только киты. Блять, он подо мной. Он подо мной. Так, право руля. На. Не, не попал, не попал, не попал. Попал, попал, немножечко попал. Эта игра похожа немножечко на Бигфута. Только вместо Бигфута здесь огромные китяры. Кстати говоря, рыбка у меня очень быстрая. Прям дико быстрая. Он опять надо мной? Нет, 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 подожди, он на меня! Так, ладно, я пока могу на него навтыкать. Так, а что мне делать? Я могу чинить. Я могу чинить мою лодку. А я не знаю, сколько урона на моей лодке. Я не знаю, сколько на моей лодке урона. Так, я буду чинить ее просто так. Буду чинить ее хоть куда-нибудь. Так, пора уплывать. Он опять меня бьет! Гарпун! Быстро, гарпун, 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 гарпун. Надеюсь, это по нему попадет. Так, ладно, не время, не время, не время, не время. Нужно текать, нужно текать. Он опять на меня нападает. Он опять прыгает возле меня. Я это чувствую. Я это чувствую прямо по мне. Ворот, ворот, ворот. Подожди, где он? Где он? Я его не вижу. Я его не вижу, нихуя. Мне от этого не радостно. А вон он. Все нормально, нормально, нормально. Чиним, 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 чиним. Чиним можно, видимо, где угодно, что угодно. Чиним, чиним. Блять, он опять подо мной. Подо мной. Я увернулся. Я увернулся, увернулся. Тихо, тихо, тихо. Направо, направо, направо. Выскакивай. Ну-ка, иди сюда, ты собака. Используй вот сюда вот нужно. Вот здесь вот чинить, чтобы чинить. Вот здесь вот чинить. У него жизни, кстати говоря, уменьшается. Жизнь уменьшается потихоньку. Так, плыть, плыть. Он тоже не тупой. Кит тоже не тупой. Он пытается прям по мне вжарить. Ты видишь, вон он пролетает, кстати говоря. Ну, стоять, 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 стоять. Замедло, замедло, замедло. Лови тебя в догоночку. Попал. Попал, 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 попал. Чин, 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 чин. Блядь, он сзади меня. Он прям надо мной, прям подо мной, прям подо мной. Я сейчас чувствую это. Я чувствую это своим кораблем. Спокойно, уплываю под него. Отцепись от руля! Ты где, собака? Ушел, ушел, паскуда! Ушел, трусливая хрень! Так, тихо, 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 все, у ворот, у ворот, у ворот, у ворот. Пиздец, вон он. А-а-а! Так, спокойно, спокойно, отцепиться. Надо кинуть, хотя бы ему вдогоночку. Чин-ч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 ин. Пиздец! Тихо! Не зацепил. Хорош. И чини, 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 чини. Быстрее, бля, чини. Ты что так плохо чинишь? Вот, хорош. Все, теперь держимся. Держим удар, держим удар, держим удар. Он там справа. Он справа, так что не ссы, не ссы. Блять, ладно, можно ссать! Он протек! Нормально, он не сильно меня ударил. Он слабенько меня ударил.
Ворота. Врубаем его ворота максимально! Тихо, он рядом! Я чувствую, как он выскочил. Я не знаю, где он. Он сзади меня. Возможно, он сверху. Нет, он не сверху. Нет! Спокойно отцепиться! Куда ты полетел? Ну-ка на! Нацеплял, хорош! Так, теперь починка. Пока есть средняя немножечко. Спокойно, он сейчас оттуда выскочит. Я чувствую. У меня нюх на рыбу! Я старый моряк, пиздец! Надо предугадывать! На тебе прям в голову, на тебе прям в щит! Блядь! Нормально, немножечко надубенил, хорошо. Нет, надо готовиться отбиваться. Он где-то рядом. Ой, как плохо! Ой, тонем, корабль тонет! Горим! Починили. Так, ворота. Он сейчас оттуда выскочит. Все, корабль не тонет. Спокойно, спокойствие. Главное спокойствие. В мореходном деле, что самое важное, блядь, не сдохнуть. Поэтому спокойно. Рыба, подсказывай мне, где ты. Рыба, мы на одной стороне, эта хуйня тебя жрет. А я тебя не жру, хотя я тебя тоже жру. Ладно, рыба, иди нахуй, сам разберусь. Не нужна мне твоя тупая рыбья помощь. Ебать! Он вот он. Нет, спокойно. Вон он. Ну-ка, тихо! Ты, блядь, думаешь, что я по тебе не попаду? Ты чё выёбываешься? Ну-ка, не выёбывайся! Ладно, спокойно, чини. Держи в себя в руках! Он вот оттуда сейчас выскочит. Корабль, кстати говоря, уже не горит корабль, отлично. Починщик, самый лучший починщик, он сзади. Китяра сзади. Он справа. Так я не понял, ты будешь выскакивать, нет? Что ты тупишь? Где он? Ну-ка! Он на меня падает. Пиздец! Все отлично. Он падает не на меня. Чиним. Он упал не на меня, прекрасно. Нужно корабль сначала починить. Мою хорошую ласточку. Че с кораблем? Он подо мной опять? Ебать, пиздец. Так, плохо. Не, нормально. Снисать. Плыви корабль. Че корабль-то не плывет? Ты корабль его поломал. Так, починка. Все, корабль себя чувствует прекрасно, лучше всех. Так, все, продолжай битву. Фу, хорош. Опять по мне! Да это же нечестно! Хватит меня толкать! У него жизни, кстати говоря, уже... Я ему вообще жизни не отнял почти! Спокойно! Корабль! Тихо! Надо ему, мне кажется, в хвост! Натянули! Сейчас! В хвост! Бам! Давай! Нормально, он по мне. Ха, лох! Он даже по мне не попал, кстати говоря. Так, теперь у вороты. Потому что сейчас вот это ему точно не понравилось, то, что я по нему сейчас запилил. Тупая креветка, блядь! Попал! Я тебе точно говорю, попал! Если ты думаешь, что... Ты подумай еще раз, ты попал! Радар, а почему он снизу от меня? Наебываешь. Радар, он не снизу. Ладно, вдогонку! Так, я капканом кидаю, кстати говоря, быстрее него, чем он летит. Я попал! О, с какого расстояния я попал? Вот это хорошо. Так, спокойно. Главное не ссать. Не, ну кит не трудный. С китом надо просто хорошо. Блин, прикинь, сколько мы зато людей накормим с кита. Представь себе только. По радарам подо мной, а на деле где он? Понял. Надо просто крутиться, он не попадет по мне, если я буду крутиться. Он-то тупой, это ж рыба. Я говорю, не попадет. Вот сюда. Да, мне кажется, надо прям кидать ему. Чтобы он падает на меня? Нет, он не падает на меня. Ладно, падай прям! Тупая ребёшка! Ты думал, попадешь? Нет! Я не просто так, самый лучший моряк на Тихом море! Покрыву его! На! Попал! Хорошо! Мир замедляется, когда я бью по рыбе. Если я бью по рыбе, то мир замедляется. Повара знают, что это в жизни так происходит. Нет! Спокойно! Чего выёбываешься? Ну-ка стоять! Стоять! Не выёбываемся! И еще раз доходочку! Не выебываемся, а? Попал еще раз, хорош. Два раза за один выход. Он меня хвостом, а я ему по хвосту. Бам-бам. Ну-ка, рыба. Опа, на, поговори. О, хорошо. Он горит. Его можно бить куда угодно, видимо. В смысле, он электрический? Так, а че море начало с ума сходить? Блядь! Против меня даже море! Пиздец, он ебашит молнией! Так, спокойно! Блядь! Он меня бьет! Он меня везет! Ну ладно, давай я тебя тогда бить буду! Я тебя пока надубашу!
Так надо чиниться! Надо чиниться! Он прям по мне шарахнул молнией, прикинь! Ебать! Я вообще не понял, что произошло, но по-моему произошло что-то прекрасное. По-моему произошло что-то замечательное. Понял! Происходит что-то очень плохое! Так, ворота, 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 включаем, включаем тактику ворота, ну-ка. Туда ему! Ладно, неважно, неважно, спокойно. Я на тебя, видишь, даже смотреть не могу, потому что у меня тут максимальный контроль. А молния против меня или за меня? Вот это вот начал выскакивать полегонечку. Ай, блядь! Хватит, да хватит! Да Зевс, прекращай! Тихо, 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 тихо. Да достай гарпун! Догнал, 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 шарахну! Шарахнул по нему. Зевс, прекращаю, тебе говорю! Серьезно! Что за фигня? Мы тут деремся с китом. Можно не надо? Слушай, ну он прям обыдлился, ты понял? Он прям обыдлился, он прям на меня выскакивает постоянно. Попал! Вон ему больно, больно, больно! Говорит, блядь! Не, ну это ты уже быдло! Это ты уже быдло, понял меня? Это ты уже неправильно поступаешь! Это ты уже так просто! Попал! Это ты уже вот это вот серьезно неправильно поступаешь! Ну вот ты меня совсем не уважаешь, что вот возле меня выскакиваешь! Вот он впритык-то я по тебе точно попаду! Ну давай! В хвост ему! Блядь, недалеко! В корабль! В голову! А-а-а! Корабль! На! Еще раз! А, промазал! Неважно, 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 неважно! Со мной моя посудина, с посудиной все хорошо! У пилота есть забота, и забота, сука, кит. А пилота без заботы ничего не забодрит. Так, тихо. Опа-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 
Спокойно, замедло. По нему и он по мне. Обменялись, хорошо. Попал еще раз. Ебал, взорвал. Бомбануло пацана. Он сломал мне сонар. Да похуй, я и так им не пользовался. Накидывать ему ответочку. Горим. Щоп, ебал, влетит. Еще раз попал. Не попал? Да и ладно, насрать. Так, спокойно. Пока починка идет. Починка идет, а потом не идет. Ай, блядь. Спокойно. По хвосту. У него две беды. Хвост и не хвост. Бам, по хвосту попал. И прям молния в меня шарахнула. Опять. Пока молния, уворачиваемся. Я уж не знаю, по мне молния бьет или нет. А мне кажется, молния бьет туда, куда бьет. Мы утонем! Молния это жестко. Продолжай двигаться, иначе тебя убьют. Молния это очень жестко. Молния это самая большая беда. Фу, вот эта игра. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Продолжим мы с тобой в следующей серии. Напиши в комментариях, хочешь ли ты продолжение. Если хочешь, то мы в следующей серии победим этого кита. Потому что я знаю, что я могу его победить. А пока на этом все. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Мы увидимся в следующих сериях. Пока, до скорого, удачи!